Я думаю, можем пойти вот сюда, типа, все вместе и сорвать халявы. Кто за? Я за. Ну и там форс бай. Ой-ой-ой, Апекс, ты. Короче, там они форс бай, походу, проедают, наверное. Да, походу проиграют Фростбай. Как бы это плохо не звучало. Но Нави любят отдавать аккаунды. Это ихняя коронка. Короночка. Короночка, просто 5 в 0. На аккаунде. Это просто. Он закатываться. Да-да-да, только надо же этих пацанов. Я так, думаю, они даже народу не придут. Никто. Как-то не придут. Чего им приходить? Пол левела, типа, все, козырная сразу победа. А, подожди, predictions. О, идет, идет, идет. И один, и другой. Смотри, Ванчик. А что если лицо терять? Ты прикинь, там где-то наш парень. Мяснул. Ну, понятное дело, я специально бегу на хайграунд, чтобы мяснуть, да? Ну, фонос, фигайте. Руну тебе не дали, мы там забрали тоже галю. Надо ж не пригореть еще с этого. В смысле, ты ФБ это взял, все нормально? А, это не ФБ было, это. Просто тихо, 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 слышишь, пулеметчик. Я тут на миде пулеметчик, Иван. Что ты не бьешь, курица? Forward. Growing stronger. Here, here. Ooh, royalties. Да не знаешь, я умею. Ты идешь, да? Да. Я маловато ман. Ну будет. На блинк. На блинк тычки будут, да? Думаю, сейчас что-то страйк будет. Пошли. Это только это, да. Пасочку дать или? Не, не надо фото этот. Ты сделай с ботла моего еще раз сразу, да? Я пойду. Думаю, да. Он может сейчас прийти ракету что-то поставить. Ну, почёта. Я почти уверен, что он так и сделает. Я не поставил. Все, я иду. Давай, пошли. Кто это? Леон. Наверху руна, можешь меня разочек. Внизу хорошая, но там вроде забрали. Помазать? Да, разок можно. Я, возможно, сейчас Леня обойду, если он будет на халяве здесь что-то получать. Леня действительно получает на халяве. Будешь готов? Да, я готов. Очень плохо. Да, нормально. Я потом. Ёбнутый, что ли? Хорош. Стан! Беги, беги, беги! Ёбнутый работают, Ванёк! У меня маны не будет вообще, даже на блинк. А зачем он нам нужен? Все верно. Я могу больше, давай. Хватаешь. О, можно и этого. Хочешь помажу? Не, не надо, это через мозг уже. Ты крыса.
3. Тупица на гирокоптере. Смотри, сейчас с него залетим. Если ты ТП на мид сделаешь, то можно ботов забить. Да, давай, давай, подходи ко мне, вот сюда. Можно смоке, можно бес, я могу просто за спину прямо сейчас прыгать. Диванчик. Сейчас. Между тычками похилю. У меня есть урн еще, пошли, пошли на него. Там кто-то спирит рядом. Давай. Давай, 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 работаем, работаем. У меня все равно спирика нету, ты только сам. Нет, не приеду. Я за руны. Тролль фрифарм. Интересно, куда он пойдет на этой земле своей. Ладно. Your top tower craves your attention. Я его в покое не оставлю. Опа! Развел. Ракету только я не знаю, бьет или по-моему бьет. Проверим. Подойди на урну. Я даже не выхожу с инвиза, иду прям под него. Сейчас подойдет добивать, можно. Ой, и того задело. Я ракету урну дам. Одна? Нет, не дам. Живешь? 67 хп он мне выбил. Я тебя помазать хотел, но... Поздно. Я урной себя помазал, 67 хп, блин. Я не ожидал такого наплыва. Давай, давай, Санкинг, давай. Сёч. Он нашел. Ой-ой-ой, ребята. Он не попал, не малеха. Я вижу. Берешь рунку, да? Не, он снова возвращается. Он что-то левел, брасер, бант, он такой же. Бронирован. Поехали. Давайте я затащу, а давай, потом... Давай, 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 да, да, да. А блинк тебе останется на потом. Пытался задожить, но не задожил. Сейчас застанили, кто забрал. Не попал. Эй, алло, куда? Так и этого тоже. Го-го-го-го-го. Давай покажешь? Не-не-не, трешак. Ну, вард поставим. Так, что тут по героям? Да, БКБ надо. Гирокоптер идет. Брейсер, Резбен. Если сейчас будешь на мид лететь, то можно замутить. Ну они уже видишь, как там его уже хотят защитить. Мы, я думаю, их развалим. Все равно. Тебя боту за запустить. Да, 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 иначе, типа, ладно, нет. Еще одна ракета летит. Тут туда же. Да. Сейчас. Я понял, понял. Давай. О, поехали. Ты не отдал, подожди. Не отдал. Далеко ты стоишь. Ладно, сейчас пушну и бегу наверх. А не хочешь тролля с одним этим хузами? Его никто не охраняет. На меня ракета летит. Пусть тролля вообще никто не охраняет. Давай, я сейчас ТП на топ нажму. ТП 6. Да. Наверное, не достанем. Но... Да. Леон. Слушай, он толстый. Нету эфки? Есть, есть. Ой-ой-ой. Я спасу, спасу, спасу. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Да ёб твою. Да уж.
Что мы ему принесли? Бладлайн? Да. Ну, тролля. Заберем Кришного. Очень смешно. Ну, если бы Леона забрал, то я бы не умер. Ну, мы разобрали и тролля тоже. Спой фейл. Бабок только опять отняла, походу. Я не посмотрел, сколько, но походу много. Ну, он так или иначе умер. За него Сентин получил очень много. Да, кстати, две штуки. Типа. Сентин готов? На мид тпшись. Ого! Нормально мы. Добьешь крипов? Ладно. Что? Давай, давай! А, это иллюзия. Иллюзия сзади, сзади настоящая. Или где? Где настоящая? Ваня, угадай! Угадал. Сейчас чувствую. Да, ну, дела не будет. Дела вообще не будет. Да, поехали. Я здесь еще готов драться. Го-го-го-го-го! И этого тоже. Очень больно. Он тебе сейчас тэшку повесит. Он очень бронированный, слышишь? Да. Куда не варик вообще. Сейчас руну еще заберут. У нас спектра не прилетает на морозе, но я не знаю, это... Спектра, давай убьем кого-то. Там крипчики! Гоу-гоу-гоу-гоу, гирокоптера, гоу, спектра. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу. Хорошо. Крипчики. Ваня, я готов, могу к тебе подъехать. Что ты вообще вал маленький, я заметил только сейчас. Там девятый, и я восьмой. О, тролль, тролль! У меня один доминатор аккуратный. Там панда пришла, всех хочет убить. Всё, вижу, вижу. Уууу! Ха-ха! А что за мразище? Ух ты, говорит. Ну все, Ваня, я поплыл, короче. Бабок не прибавилось. У меня было 500 после прошлой смерти, и сейчас 500. Очень много отнимает. Какие схемы. Ой. Вроде даже шмотки на хп покупаю, и все равно дохну. Знаешь, что надо купить. Yes. Накидку надо взять. Нормальная цена здесь будет. Наверху земля. И он без ульты, но тебя. А, нет, тут трое наверху. А что у нас вообще спектры? Да я что-то смотрю, я с... Ладно. Forward. Забери иллюзию, забери иллюзию. Совсем обрубок, ты что делаешь? Понятно. Ясно. Это без вариков просто. Сайленсер красава. Видел, как на скеле все пробутил? Я рядом уже. Интересно, сверху руна еще. Ну, у нас теперь хороший вард, это вообще отличный вард. Можно их там прижимать. Я с ультимейтом. Спектра один мом. Тролль на эншентов пошел. Я не пошел. У тролля очень много. Я думаю, мы его сотрем с некаста. Если сразу дадим. Хузы. Этот с вардом, может, уже один где-то поставил. Он ему урна подлетела. Они пошли в сторону Рошана все. Почему здесь они не останутся сейчас? Все, команда 5. Здесь 700 хп у типа. Блин, так хочу убить. Может... Нет, не попадем все. Где Леон? Пожалуйста. Я на себя отлег. Да.
он забрал. Спектра там, ну спектра ничего не сделает. Давай, давай, рубаем их, рубаем. Ничего не, не, зачем, ничего не сделает. У него мом. И вызывает Вадим почему-то. Не-не-не, тихо, тихо. Я понял все. Я все понял. Growing pains. Into the bottle. Мразь. Oh, yes. Quickly. Сомневался. A royal path. Может и Рошана тролль убивать. С этой части карты не выходил никуда. По-моему, нет, по-моему, наверх пошел. А, вот, я застрял, Ваня! Не дай бог. Он увидел! Ей! Чего? Ты пошел, проверил, нашел, и там уже сразу три типа. И еще и глобал дали. Well played. Ёбаный рот этого казино. Чух, чух. Хорош. Я не знаю, Вань, что нам здесь сделать, чтобы побеждать. Надеяться на спектру. Чё? 683 версия говорит, что не герои хорошие. Блока нет. Можем этого бахнуть. Запускай! А-па-па, а-та-та! Хорошо, минус интеллект. Не, не минус, мы первого сразу срыли. А этим посрать реально, они готовы в смерть. Хотя у меня уже ни стейка, ничего нет. Ладно, левел большой. Две триста спектры, неплохо. А Сайленс, 25 дизейвов. Хоть бери в каждой игре против таких дурачков, собирай линку, БКБ, ИУ. Да. И куча жира. Хотя начало было хорошее. Если бы не было 683, то они бы уже не вскрыли. Надеюсь, 84-е все расставит на свои места. Криво руки и сразу не смогут ничего в доте. Живешь, Ванчик? Походу живешь. Я подхожу. Гоу Сайленсера. Гоу, гоу, гоу его. Не успел Рунскин ждать. Ну нахер. Реально. Не вижу. Его может тынать. Не-не-не. А мне не хватило маны, я что-то не посчитал. Спектра ульт! А там аватар. Ну ничего, сейчас у него может радианс будет вот это. Now where were we? Here, here. Рожка будет очекать. Мы что, прям в Рошане? Может быть. Ну тут товар надо. Ни одного крипа не отдал бы, наверное. Только бы несу. Что у тебя по... А, да здесь... ничего у меня нет. Ну, тайминг средний, типа. Не очень плохой.
вообще. Спектра Спейс получилось, что ли? Да, вроде там порядок у нее по бабкам. Спектра такой герой, который умеет использовать Спейс. Умеет ли этот тип использовать? Уже немножко. Не знаю. Другой вопрос. Тут там банда. Я выжил. Мы их нормально развели на самом деле. Если поубиваем, еще будет очень круто. Ну, сейчас надо добивать, да. Там спектру просто убили, вот это было. Роль в соло порубал, что ли? Угу. А че у тролля? Интересно, аватар какой-то еще. У тролля, кстати, очень много было. Без остановки фармит. Энжин Яша, я думаю, у него бабок нормально. Да, Родион спина задержится, что кто с Радиком на фигу переворачивает этого гирокоптера? Надо хитсу мне срочно. У тебя смока нету там? Нет. Денег даже не нет. Хочу купить Владимир. Лечу, у меня ульт есть. Ты пофарми это в миде, пока я схожу за руны. Вообще они могут пойти в рошпит. Сейчас проверю. Тавр там уже такой. Все, иду. Смог. Можем. Ну, опасно вообще. Ну, я думаю, одного мы забреем. Там углобу еще есть. О, yes. Давай, подожди. Оп. Того, кого надо. Хотя. Пока уже. Следующим стримом. Следующим чего? Блядь, ну. Герой справедливости, Вань! Ну что можно еще сказать? Это он даже без БКБ. А ему оно и не надо. Почему его не собирают? Обычно берут Сенжиньяш и Скади. Жир. На Сенкинг вообще жестко везде опаздывает. Он ничего не делает. Как ровная спектра. Надеюсь, это... Это минус Рош. Справится. Ситуация. В масс-файтах. Но неизвестно, справится. Сак есть. Вот только сейчас он идет. Он не шел. Да вы охерели или что? Мразь, ты на кого руку свою поднимаешь? Ясно, блин, меч у него. Не Рошана бьют, Вань. Да. Надо идти. Надо. Но не успеем, мне кажется. Я без ультимейта. У них имеется спирита. Что, стрёмно запрыгивать туда, давай, сети? Нет? Ну ладно. Это даже лучше. Тоже мне на смерть шей помогло. Есть такое слегка. Один с доминатором, другой с доминатором. О, oh, yes. Ну ладно. По-моему, опытный парень, нет? Your queen moves. Так, контактки, парень. Можем и Таур забрать, наверное. О, Рейдинс есть. Да, сейчас начнет фармить нормально. Лёня, открой. Я перегородил тебе немножко дорожку.
Самый. Вот так вот. Ну ладно, чё? Чё я могу сделать, Вань? Ничего не могу сделать. Это тяжело, да. Такое чувство, что они набирают специально набор героев, которые будут копу убивать. А, кстати, сейчас их можно было бы и подразвернуть. Тролль, 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 ребятки, спектра, блять, радость ты моя. Вот лайкшишь. А чё они не пошли? Так же всё было найс. Валенький. Спектра вот сейчас даблкил. Но суть не в этом даблкиле, а тролль. Смотри, нормально, чё, не в 4. Да, мы его потом, я думаю, рано или поздно заберем. Меня так бесит такие игры играть, это просто забей. Это просто вся гвардия против тебя. И ты что хочешь, что делай. Какие хочешь айтемы собирай, ты все равно умрешь. Смотри, Яша там. Бежит чудовище, блин, кается. Все. Под глобал. Мы потом драку выигрываем без глобал. Тебе гост нужен. Да, наверное. Так вот именно, что получается, что я просто покупаю дефенсивные айтемы по КД. Такой копой не особо прикольно бегать. Да, Владимир, что-то подмахнул. Что там Нави? Ребят, что? Вот у меня Леон, тролль, зеленка, кинетики. Гангеры. Что еще на карте делать? С двух сторон убили. Нормально, блядь, я помогаю. Неплохо, да? Мне тоже понравилось. Что там новей? Очень хороший счет на самом деле. Первая карта, походу, за ними. Это за... За, типа... За КТ играю. За КТ легче, да? Ну да, намного. Это карта КТ, там, счет счета обычно 11-4, 12-3. А какой смысл вообще такие карты играть, которые... А все нет? Такие карты, все КТ-карты. Да, только единственная карта более-менее там вроде еще сизы. Ну я хз, Ваня, что там в игре делать? Фармить крипов. А в Лизе, он его аватар. Хорошо. Ну что-то мы слишком много, по-моему, на него отдали. Не, на самом деле найс. Все хорошо. Мне кажется, они просядут, если все правильно сделать. Летающая тарелка опять инопланетяне вызывают. Что у тролля? Киво летает что-то. Что ж такое? Here, here. О, ганг снизу. О, молодец, Рейдинс отключил. Вообще щетка сделал. Лозенький. Ах ты мразь! Ты на кого руку подняла? Чудовище! Контроль подходит. Я понял, понял, шучу, шучу. Минус 2 интеллекта. Стандартики. Да этот хап не слез преследует. Сколько бабок, бабок нет. Пойду посмотрю, кейсик.
12-10 сейчас будет. Один раунд что-то берут, походу. Гвардиан один остался. 1-4. I guess the crown passes. Ну, что собрать? Леон, походу, гонит тебя. Такие терпивые, посмотри, тупо забились в угол всей команды. Там все, наверное. Я ТП-шусь. На всякий случай. Ну, вообще трэш. Я даже это. По-моему, нет. Нормально. Ну, окей, я рядом. Он потерял как бы. А, у меня Эгис. Да-да. Не, вот это печалька. Все, бэк. Уходите после этого. Хотя там такие. Там головы вообще. Глобов отдали, хорошо. И этот отдали. Надо тролля только следить. Вот тролль. Я не успел тут уже заследить. Так, 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 спокойно, брать-то. Один раз забрали тролля. Там град. Смотри, смотри, смотри. О. С ним тяжело было сейчас. Да. Гирошево. Ну все нормально. Хороший размер. Гирокоптер выжил новый еще. Да, свет раз, то она уже вытончит, я думаю, я ее засейвлю еще. Сейчас не получилось, станет. Ну и хекс появится тоже, рано или поздно, там троллю. Все равно сколько ртов будет умирать по ней. Главное остальных забирать. Я знал это. Решил добиться ниже себе. A path to pain. Не следует. Все? Мы его хоть раз убьем вообще. Убьем. Убьем сейчас там Эгиса не будет. Я думаю, как-нибудь да убьем. Ну и верно нужна, но очень хорошо его кайтит лучше. As I will. Your bottom tower is under the tail of your bottom tower has ended. Quickly. The enemy's top tower has fallen. Excellent work. Мы тоже на рынке. Окей, ТП 6. Мы тут камеру даже прыгнуть. У меня ракета летит. Не разобьем? Там сынки, сынки плывут. Я понял, бегу. Можно цеплять. Ого. Нормально. Надо Рошана какой-нибудь мне отдать, если я же хотел тролля в салатов, нет, ему придется что-то выбросить. Сейчас топор купил, успеет прыгнуть. A royal path. Oh yes.
Та и ультимейтор пускай, наверное, будет. Раски никакой не пахнет. Опа! Открылся, ультанул. Повезло мне. Там еще спирит был. Ну-ка отъехать. Ой, или он здесь? У нас 50 секунд до хаунта, я думаю. Такое. Без хаунта мы их не наудишь. У этого гирокоптера. У гирокоптера выкупа. Я на топ ровно. Хорошая. У нас досты вообще есть? Там хекс есть у сайленсера. Опасно. Тебе бы до герокова не надо, по-моему. А надо бы, чтоб сейвить. Значит, ты сейвить никак не сможешь, когда надо. У меня таких денег не бывает. У меня 1000 было максимум, как если так. Понял. Если выиграем какой-то файт, то выиграем. Один идет. Чё, на миде можно что-то? Один идет. Нет, уже не один, они здесь. Сайленсер вниз. Ерунда. У нас даже замкануть некому получается. Или он бежит в ДНК, в ДНК цехексить будет. Вон. Давай убьем один. А, он не пошел. Бегать не а по карте вот это. Стадо в нападении. Что несут? Сатаник. Forward. Там сатаник в тролле. As I will. Да, да и дал забудет и вон на. Может какую-нибудь алебардочку соберу. Тролль в Рошана бежит, ладно. Отходи. Я могу вот этих попробовать отрезать прыгнуть. Го-го-го! Я здесь. О-о-о! Ой, я на хосте уехал. Гирокоптер подходит. Надо помочь мне с ним. На меня ракету запустил. Ой, ваш, по-моему, нет? Да, сейчас попробуем. А, спектра умерла. Не ваш, спектра умерла. Хотя... Хотя... Это мой один удар. А того словить надо бы. У меня маны ноль. Да, гер. Ровно ноль. Что он опять выжил? Что он накидал, убили бы тролля. Хикса есть. На Нави 14-12. Ну это реально сильное слово. А спектра почему-то Тараску не хочет делать. Очень странно. Ну, бутерфляй хотя бы. На Рошане, походу. Персфирит, по крайней мере, там. Или он уже там. А ему некуда брать, если не. Ой, хрен с ним. Да, он пока лежит. Еще гирокоптера. КБ. Вот он. Нужно Леона попробовать на линии жарить. Ваня, ты уверен? Не-не-не, случайно. Случайно? В смысле, ну на он... На ДД тролля? Он на меня напал, я сейвился. Он на меня напал и убивал, я поэтому шар зашел. Так бы я не хотел, конечно. Случайно? Я смотрю, ну ничего себе, вот это яйца. Покатился. Ты подставил сейвир, так бы он накидал бы, он бы выжил.
Вижу, как будто на топе. Спирит 1700. Вряд ли прожму. Все подходят. Ладно тогда. Вот сюда. Спектра, be ready. We can kill Lion. Get out. No pain, no gain. I thought you had it so close. Yeah, it's okay. I'm greedy. Should have used BKB. Submit. Когда надо сюда отвалить? Собрать верхнюю руну попробовать. Your queen moves. Battle royale. Forward. As I will. Gallant Radiant have fortified their structures. Они так, таким гуськом бегают, забавно. Причем логики вообще в действиях просто ноль. Но напрочь. Побежали вверх, убежали куда-то, бегут вниз. Они не знают, что они хотят, кого они хотят найти, кого они хотят убить. Мы, кстати, очень неплохо можем. Я на топе, может, стяну их сюда. Но они, вон, видишь, все просто вниз пришли. Зачем? Вот мне реально непонятно. Всей банды. Копуники. Your queen moves. Set. A path to pain. Отлично, сейчас будут растопешиваться, дайте угадаю. И он заходит. Oh, yes. Можно сайленсера сразу. Нет, нельзя. Не-не-не-не-не. Там у него аватар и хекс, он может сам кого хочет сейчас открыться. Вверх у нас. Он меня напал. Там тролль подходит, уже рядом. Убить его до глобала. Ладно, заряд. Убили. Я отвалил. СПХ прилетела, оу, не бросайте ее. Я не бросаю. Таник. Так у него сатаник, да. В принципе, можете убить, сейчас будет стан. Хорош! Найс. Так, что купить полезного? Дэмэдж? Дезолятор? Ну, кирасу тут не буду собрать. Ты? Нет, ты кирасу. Окей. Ну, это, в принципе, тоже. То же самое, но с армор тут у нас некому собрать. У меня денег вообще нет, забей. Я в каждом файте у меня... Я не могу жить. Growing stronger. Ну, игрок вчера БКБ Яша. Он плавно выходит в скиль. Oh, yes. Ой-ой-ой. Что там? Почему платье? Нормально, сделал спирит. Пошел лицом поторговать. Ну он сайленсер и... Да. И гирокоптер. Все, короче. Вся гвардия. Ох, молюсь просто на новую версию.
feel this. Gold for my crown. The pain train. Rain of pain. A royal path. Все мясуют. Forward. Петлю. Раз у меня летит, я без вебека. Леон с Эрспиритом и Сайленсером мясуют, они на кого инициируют, тот умирает. Спектре вполне слот нужен, еще один, потому что троллю уже все, а Спектра еще можно еще один слот. Тут даже два, я думаю, могут уже заменить. Да я тоже бы от двух не отказался. Хотя, реально, вот хрен пойми, где они. Я прячусь, короче. Меня ловят. Ну, может, смоке где-то. Все, Сайленсер там, я ТП на топ. Дальше. Они могли вардов, правда, в своем лесу потыкать, тогда я встряну. Они все. Ой-ой-ой. Очень много дамажа. А так вот. А вот так вот. А вот так вот. Ой, хорош. Минус 5. Можно терпение кончилось у ребят. Приплыли. Отличная дота. 6.83. Ну что, все, даже БВ будет. Можно мы утром пробовать. 50 секунд до тролля. Ну, я думаю, даже. Готова минутная реакция. Вряд не вставать. Только я Левардо дал ему. Ну убейте его ж пока Левардо, ребята. Нормально, нормально. Ой, хорош Ванчик, вообще лучше. Спрятал от бога, как вообще
Не понял даже, что произошло, куда я пропал. Пизды этим спрятал спектру. Так, что тут у нас? Опа. Да, в эту игру тяжело играть, если здание не умеешь ломать. Очень тяжело. Терпение-то еще.